Никакой путаницы. Российские железные дороги с сегодняшнего дня переходят на местное время регионов. В пресс-службе РЖД объяснили, что решение было принято для улучшения качества обслуживания пассажиров. Теперь на билетах вместо московского времени отправки и прибытия будет указываться местное время с уточнением, на сколько часов отличается от московского. Например, на билете вечернего пригородного поезда Шали-Екатеринбург, отправляющегося в половину седьмого вечера, теперь будет время отправки не 19:21 МСК, а 21:21. Нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня во всех регионах России. В РЖД считают, что переход на местное время исключит у пассажиров путаницу. Многие опаздывали на поезд или наоборот, приходили раньше на несколько часов.